обладателем гран-при третьего международного конкурса вокалистов гран-при Санкт-Петербурга стал Петр Захаров. Мы приглашаем тебя, Захаров, на нашу сцену. Дорогие друзья, и Петр Захаров получает своеобразное обязательство от организаторов конкурса Гран-при Санкт-Петербурга на организацию сольного концерта. Мы искренне рады и поздравляем нашего земляка. Во-первых, я хочу от всего сердца поблагодарить всех, кто сегодня пришел. Вы такие же участники сегодняшнего события, как и мы. И для меня этот день сегодня особенный. Сегодня 29 ноября, день рождения моей мамы. Она сегодня знает. Я прошу маму. Становление многих артистов происходило именно на этой великой сцене в великом городе Санкт-Петербург. Я вас поздравляю и желаю этот земной путь пройти достойно. И самое главное, вот сейчас я не собиралась больше ничего пить, но я так разволновалась, увидев вашу маму. Я хочу пригласить вашу маму на сцену, чтобы вы вот были и актеры вашего. И от имени всех родителей спеть для вашей мамы песни, которая так называется «Мамины глаза». Мой сын, мой цвет.
Солнце, я прекрасно понимаю. Петр, вашу маму, я вас поздравляю еще раз и желаю всего самого светлого. Светлого, как музыка. Лауреатов и участников сегодня.